Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам хочу сказать, что я зашла в новый проект, о котором я узнала буквально пару часов от канала «Заработай в интернете». Вот канал на всякий случай демонстрирую. Что касается проекта, живет он всего один день, а это значит самое-самое время заходить, значит меня там ждет удача. О проекте, в который я ввела недавно, «Космосфера», я вам расскажу попозже. А сейчас я еще не ввела деньги, видите, я только намечаю 50 рублей кинуть. И мне вот считают 7 рублей в день, буду получать 49 в неделю. То есть, если проект проживет неделю, это будет хорошо, потому что все окупится. Но, скорее всего, он проживет больше. Не могу загадывать, иногда такие проекты живут несколько дней. Но если учесть, что у него еще немного пользователей, то он вряд ли быстро сольется. Поэтому ввожу 50 рублей, вроде как и не стоит, не так жалко, и интересно, все-таки азарт, он такой себе, ну ничего не поделаешь, хочется все-таки попробовать, и сейчас на данный момент, когда я снимаю это видео, на моем счету уже целых 7 копеек, ну прошло всего, я даже не знаю, не считала, если честно, но утром, когда я уже встану, уже будет можно выводить, потому что вывод от 1 рубля. Собственно, повторю, что если неделю проживет, уже хорошо, уже к минимуму в ноль вышло, но за месяц проект обещает выплатить 253 рубля. Ну, собственно, посмотрим, сколько он проживет. В общем-то, не могу ставить никакие прогнозы, потому что в подобные проекты я еще не входила, но очень интересно. Здесь также есть программа рефералов, поэтому, если вам будет интересно, вы перейдете по моей ссылочке, получите бонусы, насколько я знаю. И что я вам хочу сказать? Я желаю вам удачи, если кто-то зайдет в этот проект, обязательно напишите. Я хотела показать вплоть до вывода, но поняла, что здесь очень большое значение имеет время, поэтому если кто-то надумает, входите сейчас и не на небольшую сумму. Но у меня на этом все, пишите свой опыт в комментариях, пока!